Мы, диаспора корейцев, проживающих в Кыргызстане, сегодня отмечали Новый год по восточному календарю. Это не нами придумано, это испокон веков, так же, как и у всех народов, Новый год справляет. Я думаю, что для всех народов Новый год – это новая жизнь, как бы начинается, с новыми делами, с новыми проблемами. Но такова природа жизни. Новый год наступил, мы должны встречать ее, как бы плохо или хорошо не было. Но, тем не менее, мы думаем, что с наступлением Нового года люди никогда не теряют надежды. Будем жить и радоваться, что Новый год нам принесет здоровье и долгих лет жизни. А республике процветать, что нам тоже вместе с ней хорошо жилось. Конечно, это Новый год корейцев, да? Это каждый надеется, ждет этот праздник. И мы ждем этот праздник с надеждой, что Новый год для нас принесет счастье, удачу. Мы также, конечно, желаем своим детям тоже, хотим удачи, да? Вот мы сегодня собрали пожилых людей, сегодня собрали за 88 лет. И, ну, как уважение, дань уважения, почитание. Этот праздник – дань почитания, уважения. И мы поднесли им подарки, поздравили. Чтобы в действительно таком возрасте люди поняли, что они востребованы еще. И поэтому они очень, конечно, рады. Мы тоже в таком возрасте, да, в будущем, конечно, и нам такое тоже это почитание будет. Сколько мы делаем пожилым людям, такой же мы получаем ответ. Да. Поэтому вот наш народ, действительно, не только наш народ, все азиаты, да, я смотрю, очень почитают старых людей также. Почитаем праздники, мы идем друг к другу, поздравляем. Но мы действительно не оставляем без внимания старых людей. И также наши дети приходят и оказывают внимание. Мы очень рады, когда вот такое внимание к нам, и ждем этого дня. И кажется, дети, они приносят нам подарки, бутылки, конфеты, а мы накрываем стол и сидим, и веселимся, поздравляем. По-корейски это Новый год сольно называется. Приглашаем, они все приходят сюда, сидят, значит, разговаривают, танцуют, кушают, делятся между собой. Наше обычае, вот, традиция наша, этот поклон называется чори, молодые. Кланяются им, старикам. Наши старики, это если кланяешься, не просто так. За то, что кланяешься, надо деньги давать. 94. 95-й пошел. 95-й, отлично. В Кыргызстане вводится вот этот праздник. Раньше мы не праздновали. Кланяется это знак почитания старших. Молодое поколение, стараемся придерживать вот всех вот этих традиций. Так как нас приучали к этому наше старшее поколение, наши родители, мы стараемся тоже вот эти все традиции привить нашим детям, чтобы в будущем они тоже могли достойно и уважительно относиться не только к родителям, а ко всему взрослому поколению, которое, ну, с кем они соприкасаются. Утром дети приходят, поздравляют бабушку с Новым годом. Амя, сольнар, говорят, да? Но ты получаешь уважение, поздравляют, целуются. Но ты взамен можешь дать подарки внукам. Вот даже я вам скажу, сегодня 28-го утром мой внук, я вот сижу, мой внук поклонился мне. И я ему дала деньги. Не только мы на Новый год собираемся, мы месяц два раза собираемся. Этот клуб пенсионеров месяц два раза здесь собирается. Поэтому, соответственно, на праздник, конечно, мы еще, как бы, так как этот праздник, более торжественно проводим. А так месяц два раза все сюда приходят, точно так же танцуют, точно так же сидят, кушают. Вот это наше, как бы, можно сказать, отдых наших бабушек и дедушек. Как бы вот этот день они все с таким ожиданием ждут и приходят, и они так раскрывают свои души. Здесь они прям танцуют от всей души. Вот это и есть наш клуб пожилых людей. Ну, наш национальный костюм, вот он называется ханбок. Шьют они, значит, вот, например, некоторые с Кореи привезенные, а некоторые сами шьют. Покон веков
корейском женском костюме идет вот такой бант слева направо. Вот. Это особенность этого хамбока. Я всегда с гордостью ношу свой национальный костюм, потому что это достояние нашей нации. Гордостью приполняет душу, что мы относимся к этой небольшой нации, но которая всегда на весь мир известна тем, что она трудолюбива. 존경하는 여러분, 그리스도인 여러분들요. 아, 이 새해요. 아, 복을 많이 받고 아, 몸이 건강하게 잘 지나라고 제가요 그렇게 부탁을 합니다. 오늘도 그리스도인들 жаны жылыңыз менен. Действительно, мы уже кыргызстанцы, да? Мы даже говорим, это наша родина. И вот нас здесь жить, как бы мы все приобрели в Кыргызстане. И наши, мы даже иногда гордимся, что мы в Кыргызстане живем с кыргызстанцами. Даже когда мы поем кыргызскую песню, да, вот, ну, изучили. Для нас это тоже гордость, что мы кыргызский язык знаем, и мы не только знаем, а поем. Жаным кейіп тұрған кезде, ақылды жалық алып қайбайсың бұл. Білмедің жепай қабай жұрайсың бұл. Жәніне сойын бар, жәніне сойын бар, дәрін айлайсың бұл. Кыргызстан – это для нас наше богатство, наша родина, это все. Кыргызстан,